Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зодия на аппарате Power Wash Simulator. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем нашу мойку, и сегодня у нас будет любопытное задание. Скорпион-страж на складе Шинра. Риф сказал мне, что на вас можно положиться. Жаль, что вы тратите свой талант, устраняя грязь, а не врагов государства, но это не важно. Как глава службы общественной безопасности, я отвечаю за благополучие города, и один из самых эффективных способов это сделать – не стесняться применять разрушительное оружие. Мой скорпион-страж уничтожит повстанцев еще до того, как они поднимут белый флаг. А вот только профессор Ходжа считает, что его подопечные будут подавлять беспорядки лучше, чем платформа с тяжелым вооружением. Чтобы доказать его неправоту, я бросил вызов. Если одна из его лабораторных крыс сможет хотя бы поцарапать моего стража, я добровольно стану следующим подопытным. Не сомневаюсь, что моя машина выдержала бой против его бесполезных гадов, но я хочу, чтобы мой страж был отмыт до блеска. Разве не этого требует... Ой, непонятно, что написано на наложении текста. Научный процесс, наличие доказательств. Текст немного не помещается в поле, а прокрутки нет, и поэтому тут неудобно. Так в общем, что, он хочет смухлевать? Хочет отмыть стража, чтобы выглядело, как будто он прям невредимый вообще вышел из боя? Эх ты, мошенник. Но нам-то какое дело, мы вообще не в курсе, кто здесь кто. О, мы под открытым небом. Что за звуки? Какой-то завод? Ой, он включен, а он нас не будет убивать. Так, у нас есть лестница, у нас есть ступенька, у нас есть даже леса. Ну ладно, в принципе... Приступаем, допустим, отсюда. Вот он, Скорпион-Страж, одно из величайших достижений Шинра в военной робототехнике. Вас уже внесли в его базу данных как неподходящую цель, так что кончайте беспокоиться о том, что он вас подстрелит, и приступайте к работе. Да? А он точно не ошибется? Вам ничто не угрожает, по крайней мере, пока. Это что значит пока? Слушайте, я требую доплаты за риск. Опора, опора, где еще не домыта опора? Сверху, может быть. Ну, в принципе, все равно видно, что его как минимум поцарапали. Краска слезла. Есть. Так, ну по своей форме, конечно, он очень неудобен для того, чтобы его мыть. Надо будет залазить сюда и вот сверху вот эти штуковины домывать как-то. Thank you.
сколько щелочек всевозможных. Так, опора, нижний узел ноги. Щиток, это уже верхний узел ноги. Подождите, а нижний еще где? Подвеска. Ну, ее, наверное, там сверху нужно домыть. Вот идет нижний узел, а где еще его? Домывать. Ага, вот здесь, наверное, еще. Точно. Есть. Так вот, пока уже забрался сюда, надо воспользоваться моментом. Так не достану. Наверх мы еще потом, само собой, залезем. Чифа Локхарт, а вот кто ты такая, я знаю. Эй, если вы свободны, это у меня есть для вас работа в трущобах сектора 7. Ну, про нее-то я уж точно знаю. Про Чифу. А я знаю, вам не терпится узнать подробности о многочисленных возможностях моего стража. Да я представляю, какие у него возможности. Не надо мне его нахваливать и рекламировать. Его хвост еще смертоноснее, чем у существа, по образцу которого он был создан. А 6 конических ног не оставляют цель никаких шансов, если она попытается скрыться. О, это не грязь, это царапина. Его все-таки поцарапали. А для тех трусов, которые будут стрелять в Скорпиона, у него есть пушки Марк 98 и гранатометки Марк 99. Да я представляю, можешь мне не расписывать все его возможности. Ой, фух, работы много. Работы с ним много. Для мойки он не очень удобен. Слишком много всяких таких мест неудобных. Да, нужно как-то залазить.
запрыгивать, допрыгивать, добираться, забираться. Залазь. Эй, что, не залезешь? Так, как у меня получалось этой ступеньки залезть, да? Тихо. Да как-то ж у меня получилось было. Тихо. О, вот, так, сюда. Туда, вот что я хотел, так, теперь встать не могу, ага, потому что у него здесь лапа.
Встать не могу, как мне здесь вымыть? Вроде как, конечно, 39%, вроде как довольно быстро у нас получается, но я думаю, мы здесь огромное количество щелочек попропускаем, и нам потом придется доискиваться. Думаете, это все? Конечно, нет. Мы также снабдили его электромагнитным полем ближнего действия и функцией самостоятельного ремонта. Благодаря этому набору функций он просто непобедим. Вы бы лучше его функцией самоочистки снабдили, чтобы он мог чиститься самостоятельно. Или хотя бы нырнуть в бассейн и помыться. Это было бы ему намного полезнее. Подвеска, щиток, нижний узел, опора. Верхний узел. Так, верхний узел и шарнир. Так, надо проверить эти ноги. Чтобы уже не пропускать, чтобы уже быть уверенными. Так, эту тоже мы домыли. Здесь. Почему даже не показывают эту деталь? Нижний узел. А, вот опора.
Подвеска, подвеска, верхний узел, шарнир домыт. Так, три ноги, три лапы мы ему вымыли. Отлично. Еще три. Лапы – это самое сложное. Нам бы опять залезть наверх, сначала сверху их там обмыть, а потом уже снизу. Давайте попробуем так как-то сделать. Так, стоп, как у меня теперь... Ой-ой-ой-ой, как мне туда теперь? Черт. Поползли, поползли как-то, ползем, ползем. По пути что-то еще сделаем. Вот тут чуть-чуть, как мне вот здесь вот домыть-то? Вот сюда, он не льет сюда. Ну, давай. Да, давай, 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 давай. Не знаю, как я, как тот фонарик домыть, он не хочет его мыть. Кстати, я все равно еще не могу. Что-то мне мешает. Ну? О, Робот, да поверни свою голову, ну. Не сюда. В другую сторону. Ну. Поворачивал же ты ее туда. Точнее, что это? Фонарик или что это у тебя такое? Вот поверни вот туда. Не хочет. Thank you.
Нам сообщили о вызванных бандами беспорядках в трущобах сектора 5. Скорее всего, это приспешники Дона Корнео. Я было хотел натравить на них Скорпиона, но потом решил, что нечего палить из пушки по воробьям. Уничтожать их будет простой тратой ресурсов компании. Гораздо более подходящей целью были бы эко-террористы из группы «Ладина». Хайдеггер, мне это ни о чем не говорит. Мышь не рекламирует своего робота. Раз уж они начали дразнить медведя, то пусть не удивляются, когда он покажет когти. Да-да, мы поняли уже все про твоего робота. Хватит его рекламировать, как будто ты его продать пытаешься. Так, ну думаю, сверху мы здесь уже полили неплохо. Надо спуститься вниз теперь. Опа! Где еще на опоре пятнышко какое-то? Во. Thank you.
Так, а с этой лапой тоже мы... Да, с этой лапой закончили, вот это нужно. По порядку сначала уже опору домоем. Где ж на тебе грязь-то? Есть, так. Вымыта, вымыта подвеска, верхний узел, шарнир. Так, и здесь тоже. Все, с лапами мы закончили. Фух, 78%. Ну еще хвост его. Верхние лапы, да. Деталей много еще. Подозреваю, Риф уже скормил вам красивую сказочку о своих планах на будущее, не так ли? А что? Он смотрит на мир через розовые очки и не понимает, что их стекла залиты кровью наших врагов. Наша компания не просто так начинала, как оружейный концерн. Вот тут еще где-то грязь. Так.
Так, что мы делаем сейчас? Давайте, наверное, залезем на леса, попробуем с них с хвостом как-то... хоть как-то разобраться. Вот это опасный маневр.
Так, мне нужно по этому острию аккуратненько пройтись. Надеюсь, я с него не упаду сейчас. Ой, тихо. Он еще двигает, и мне нужно успевать двигаться вместе с ним. Ой-ой-ой, есть. Так, стоп, основание, тихо. Основание лазера где-то. Наверное, там снизу нужно домыть его. То острие еще как-то нужно домыть. Есть. Так, все. Да. Давайте быстренько. Ой, аккуратненько, как-нибудь. Чука. Оп. Фух. Так, нам бы как-то теперь наверх туда залезть. Ну, как бы это сделать? Вот прям на хвост бы как-то. Тик. Поползли. О, вот то, что я хотел. Так, это у нас корпус головы, а где только что было что-то еще. Вот, брюшной поворотный шарнир, вот его нужно домыть. Вот. Встать не могу. Не могу я тут встать. Нет, все равно не позволяют встать. Хотя вроде как над головой ничего нет, но... О! Вот, хорошо, пользуемся моментом. Пока получилось. Так, получается, значит, каркас, линза, фара, глазница там недомыта где-то. Так, корпус головы. А, ну это весь вот этот большой. Корпус головы. Ой, я только заметил, что можно вот так вот делать, поднять руку, ему команды давать. Слушайте, ух ты. Ну,
Нам пока что-то не надо. Хотя пускай вот так вот будет, чтобы мы могли залезть на эту реку. Давайте вначале уже здесь с головой разберемся. Так, убери, пожалуйста, эту острую штуковину отсюда, а? Она меня пугает. Можно как-то с хвостом что-то сделать, команду дать? Стоп. Только что была какая-то команда. Поднять, положить... А, нет, это лестницу, в смысле, лица взять. Хвост убрать нельзя ему дать команду? Он меня пугает. Так, не поворачивайся, мне ж тебя надо помыть, а ты тут верчишься. Так, сканер получается, линза. А, ну, стоп. Что где-то было белое, вот. Вот это недомыто, корпус головы. Так, корпус головы, где еще на тебе грязь? Ну это уже там плечевая ниша, это уже не то. Уже. Есть. Так, хорошо. 94%, но у нас еще две руки, вот две лапы. Неудобная по своей форме, так что не так-то и просто еще. Не так-то и мало нам осталось. Задний выпускной патрубок пушки Марк 98. Его, наверное, снизу придется еще домывать там. Ладно, сейчас что можем сверху? Тихо-тихо-тихо, ой! Ой-ой-ой. Ладно, раз уж мы снизу, давайте тут снизу немножко теперь помоем. Мы тут оказались невольно. Так, ну где там на тебе еще грязь-то, а? Щелочках по-любому грязь.
Надо опять наверх. Как я наверх забирался? Ага. Отсюда. Вот так. И поползли. Опа. Так. Клешня. Так, а где пушка сама она? А, запястье еще клешни есть. Это пушка. Уже вроде чистая. Но все равно где-то показывает грязь. Так, снизу там еще не забудь. Ай, твою ж дивизию. Так, слушай, опусти, пожалуйста. Нет, опусти вот. Вот полностью опусти. Как-то так. Так, лишняя пушка, ствол. Стоп. Запястье клешни. Там. А как же его вымыть-то? Запястье. Где-то там запястье, тебя нет, там не вижу. Есть. Фух, так, дальше смотрим кошу. Так, ну кажись, с этой пушкой разобрались. Так, что там видел, сразу нужно помыть. Вот здесь вот. Хорошо, давайте. Стоп. Кожух переднего колеса не домыт. Вот это он, да? Да. Здесь тоже вот эта вот ниша. Не вымыта. А вон, там грязь. Ну. Ай. Thank you.
Есть, наконец-то. Так, с этой снищей разобрались. А вот эту пушку мы можем? Нет, не поднять. Ну ладно, раз уже туда поднял, давайте здесь, значит, по-моему, снизу. У тебя тоже эти клешни. Так, давай, давай ее опусти. Ладно, надо туда, надо наверх забираться. Тут так у нас ничего не получится. Так, плечевая ниша, плечо. Плечо нужно вымыть. Плечевое соединение. Есть, хорошо. Так, не падать. А ну не падать. Нам нужно кожух еще. Задний выпускной патрубок. Где только на нем грязь. На нем нет грязи. Я нажимаю показать грязь, не подсвечивается, где она. Может быть, все-таки с другой стороны. Ладно. Так, чека. Ой, опа. Так, давай вот так. Давай вот так. Упрясь. Как бы туда вот попасть или тихо-тихо. Нет, твою ж дивизию. Ай, на геймпаде накладка со стика слетела. Подбери и приклеивай ее. Из этого упал. Ладно, заново. Лезем опять. Ничего, мы справимся, мы профессионалы. Не с таких высот падали. Где наша не пропадала, да? Так, а с той стороны, наверное, снизу придется уже. 99%, в принципе, вот совсем чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть. Так, стоп, клешня. Пушка. Стоп, клешня где-то грязная, но. Есть, так.
Ну наведись, почему не показывает лишня, вот это чисто или нет? Вроде бы да. Вроде бы та чистая тоже. Так, список дел появился, отлично. Значит, ремни вентиляторов, две штуки. Вроде бы я помню, где мы их встречали, где-то там сзади. Задний выпускной патрубок пушки и одной, и второй. А, нет, 98 это там. Здесь у нас 99, наверное. Нет, 98. Так. Боковой выпускной патрубок. Это он? Вот это он, отличный ремень вентиляторов. Это у нас... Так, давайте спрыгиваем. Апа! Это у нас где-то вот было вот... Или не тут? Вот тут вот. Ремень вентилятора, вот. В принципе, я думал, у нас тут будет очень много пропущено ошибок. Очень много. А оказывается, это всего ничего. Вообще отлично. Работа выполнена, слушайте, отлично. Справились мы в итоге. В итоге справились. Фух, завершаем работу. Ну, это было сложное задание, одно из самых сложных, я вам скажу, потому что очень много всяких мелочей и очень сложно по нему лазить везде, там пролазить между его руками и так далее. Ха-ха-ха, ни одного пятнышка краски, как я и рассчитывал. Я с радостью предоставлю Ходзе результаты работы. Он будет в восторге. Возможно, этому самодовольному бездарю стоит подумать о боеспособности своих подопытных, вместо того, чтобы превращать их в жутких чудовищ. Так или иначе, мне не терпится увидеть его выражение лица, когда я сообщу ему новости. Да на здоровье. Седьмое небо, Мидгар, сектор 7. Не знаю, что это такое, но, судя по всему... Помещение какое-то, тут стол я вижу, еще что-то. Ну, в общем, это помещение какое-то. Хорошо, обязательно мы займемся им, но уже в следующий раз. А на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.